Опять меня спалили. Да блин, как меня все... Что меня все время палят? Привет, ребят. Решил поиграть в Аман. Посмотрим, что из этого получится. Хочу, короче, за злодея, конечно же, за предателя. Вот, будем ждать, выцеплять. Не знаю, шансы очень маленькие. Все, понеслась игра. Сейчас посмотрим, предатель, не предатель. Посмотрим, сколько будет попыток. То я не предатель. Типа, а, один предатель, наверное, да, покинул игру. Окей, нажимаем на карту сразу. Так, а что, зачем? Чаще, кстати, играют на этой карте, я заметил. Я как-то был, короче, предателем и спалился, прикиньте, на камерах. Вот, но камеры, когда смотрят, на них, кстати, красного цвета мигает. Штучка красного цвета. Я убил, а мне кажется, рофлят. Давай попробуем. За черного. Смотрим. Сейчас выгонят желтую. А, кто оказался предателем? Ну, красавчик. Я, говорит, убил. Победа. Понеслась вторая игра. О, я предатель. Это, ну, это просто безумно. Так, окей, у нас два предателя. Главное, предатель, чтобы не убил предателя. Давай пофальшивим. Типа мы тут стоим, просто что-то делаем. Ну, а бы, чтобы кто-то что-то запалил. Так, камеры вроде как не смотрят, окей. Долго, конечно, залезает. Побежали куда-то в медпункт, походу. Главное не спалиться на камерах, это будет самое вообще нелепое. Нам нужно кого-нибудь найти еще. Они все, походу, там тусуются. Белый, кстати, снизу бежит. Сейчас задание будет быстро выполнять. Так, нужно поискать, побегать. В связи никого. Никого. Да, что они все толпой-то бегают? Они не боятся, что ли? Давайте, типа, мы выполняем задание. Давай напишем, кто. Но, ну, мне кажется, спалят нас. Тут всего 6 человек. Сейчас посмотрим, кого выгонят. Походу, меня выгнали. Да, блин, меня просто спалили сразу же. Сходу. Да, блин, так нечестно. Вообще нечестно просто. Это закон, в общем. Кима, кстати, 6 человек, в принципе, нормально. О, я второй раз предатель. Да, ну. Че, серьезно, что ли? Я типа тут стою, что-то делаю. Там один челик завис, но он должен нас был не видеть. Нашли трупик. Челик сразу покинул. Головки. Не знаю, кто. Кто-то еще покинул игру. Я не видел, я скип. Скипнули, окей. Красавчики. Принято решение пропустить голосование, окей. По что-то стоим, делаем, выбегаем. Так, белый внизу пошел, окей. Ходим, ходим, еще долго, в принципе, до того, чтобы выкинули. Нас осталось не так много. Так, ну, в принципе, сможем сделать килл. Давай, типа, выполняем задание, там камеры кто-то смотрит. В принципе, можно убить и камеры. Главное, чтобы не один там челик был. Он стоит. Смотрит.
Так, окей. Так, камера не смотрит. У нас, в принципе, кстати, немного времени осталось. Они вдвоем там бегали. Главное, чтобы я не спалился на камерах, чтобы он не смотрел в этот момент. Опять меня спалили. Да блин, как меня все. Че меня все время палят? Буду третий раз подряд или нет, член экипажа, окей, нам главное выжить. Кто? Я думаю, что черный он был. Так, три челика скипнули, а кто-то проголосовал, походу, нет? Нет. Нормально, кстати, Тима 6 человек, а 10 человек долго очень получается. Здесь 6 и, ну, более-менее нормально. Оп, тихо. Ты, говорит, я. Ну, давай. Но мне кажется, он рофлит, это вообще черный. Вот честно, мне кажется, так я не знаю, почему. Я говорю, черный был, потому что его не видно было. Так, член экипажа. Побежали сразу в оружейную. Опять стрелять. Опять мне, короче, походу. Тут задания всякие. Зеленый. О, дурак. А черный не видел? Че сейчас за бред был? Кажет он или нет? Вот 6 человек вообще, мне кажется, идеально играть нормально, один предатель. А че вы молчите-то? И он сразу за черного по-любому проголосовал. Зря, кстати, зеленый сразу подрезал. А, нет, все. Да, видите, он за Доша проголосовал. Мага. Мага вообще не сообразил ни разу. О, я предатель. Окей. Так, а как устроить саботаж? А, вот реактор, я понял. Бегут чуваки, нет, Доша бежит, и этот бежит, окей. Куда они потом побегут? Так, чтобы не спалиться. Так, это я стоит. Ну, окей. Типа стою, выполняю задание. Все good. На-на-на-на. Так, и что делать? Они вдвоем там тусуются. Нас вообще где-то четверо, либо пятеро. Это покинул игру, окей. Это сразу сруливает желтый. Черному. Они, походу, я не знаю, общаются то ли что. Может, он так странно срулил сразу же. Победа. Но нет, это не так было, честно. Ой, интересно. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч. Давайте, если наберем, я не знаю, 50 лайков, то продолжу по Аманкасу. А возможно, просто продолжу. Всем пока и удачи. И пишите в комментариях, кто как играет. И играет на каких картах. Потому что я играю только почему-то на этой карте. Не знаю, хотя там еще есть две карты. Всем пока и до новых встреч.